Мы с вами уже знаем, великолепные фигуры звезд Голливуда – это не просто дар природы или результат работы пластических хирургов. Это еще и усиленные тренировки. Новые подробности у Аниты Луценко. Встречайте. Здравствуй, Аниточка моя. Привет, Надюша. Ну, ты у меня выглядишь лучше всякой звезды Голливуда. Ну, мне пока что не 50, там дальше посмотрим, это как это будет. Это ты о ком? Я именно о ней. Демі Мур, американська акторка, перша дружина Брюса Вілліса, одна з найкрасивіших жінок світу. У свої 50 років Демі, мати трьох доньок, змушує заздрити 20-річну. Щоб бути у формі, ще під час зйомок фільмів «Стриптиз» та «Солдат Джейн», вона звикла до важких тренувань. Щоденні пробіжки, вправи з гантелями, балетні пліє, плавання та велоспорт. Ось той набір, що робить її фігуру ідеальною. Проте головними лишаються 6 універсальних управ, які лежать в основі спеціального комплексу. Це дійсно так. Дело в том, что Деми Мур действительно приверженка здорового образа жизни. Она, естественно, правильно питается. И, как и любая голливудская звезда, она много-много тренируется, не жалея сил. Ибо не может же она быть примером для всех остальных, если будет такая вся обрюзшая, неприятная, некрасивая. Ну, во-первых, примером для подражания, если говорить о женщинах, ну и, конечно, предметом зависти, поскольку все спутники после Брюса Уиллиса у Деми Мур очень молодые люди, чуть ли не в два раза моложе ее. Вот сейчас она встречается с ресторатором, которому 31 год, а Деми Мур 50. Сами считайте. До этого ее кавалеру было 26. Но Деми Мур сама говорит, что в ее жизни есть один мужчина, которому она никогда не изменяет. Все-таки Брюс Уиллис, я так и думала. Нет, отец Надюша. Ее трех Нет, детей. Надюша. А кто? Это ее фитнес-тренер Роб Парр. Вот который работает да. с ней ежедневно и разработал для нее специальный комплекс. Роб Парр – персональний тренер голливудських зірок. Вже понад 20 років він робить їхні тіла досконалими. Серед його підопічних – Мадонна, Наомі Уоттс, Демі Мур та інші. Враховуючи тип фігури, для кожної він розробив індивідуальний комплекс вправ. А згодом випустив книгу «Зіркова якість», в якій ділиться секретами ідеальної фігури. Есть маленький секрет. И секрет этот состоит в том, что делать рекомендуют Роб Парр упражнения от 25 раз до 50. Хотя мы с тобой больше 20 никогда не делали. Сразу же начинать с 25 повторений одного упражнения? Хотите быть красивыми, как Деми Мур, сразу же с 25. Насколько усердно работаете, настолько и хорошую фигуру получаете. Готово? Да. Первое упражнение – это приседание плие. Ставим ноги чуть-чуть шире, чем плечи. Руки ставим на пояс, расправляем плечи. И поехали, Дадюша. 50 пошло. Вдох делаем внизу и выдох наверх. Это упражнение задействует хорошо мышцы ног и, кроме того, ненавистную зону внутренней части бедра. Иногда люди делают колени, направляют вперед, в то время как носочки расправлены в сторону. Очень важно, чтобы колено смотрело туда же, ну, смотрело, если бы у него были глаза, чтобы колено смотрело туда же, куда и носок. Это обезопасит от травм ваши колени. Сколько мы с тобой сделали? 44. А дыхание? 45. Вдох вниз. И выдох наверх, как в любом упражнении. Опускаемся до тех пор, пока у нас не станет ровная линия от колена до колена. 50. Есть. Первое Тяжело. Упражнение есть. Тяжело. Да. Второе упражнение. Надюша, выпады помнишь? Смотря какие. Мы столько уже с тобой упражнений, кстати, не делали говори. Всяких. Выставляем одну ногу вперед, заднюю ногу оставляем на носке. Мы будем опускаться вниз, касаться коленом пола. И подниматься наверх. Сзади мы ногу на пятку не ставим. И следим за тем, чтобы колено не выезжало вперед за носочек. Вдох и выдох. И что улучшит это упражнение? Это у Деми Мур и у нас? Улучшит наши ноги. Раз улучшила у Деми Мур, значит и наши сделает красивее. Тоже 50? Ну, давай будем скромнее. У нас и так ничего. Мы все-таки делаем. Моложе, чего нам напрягаться? Кому 50, тот 50 так, раз. Уже, да. Кому Кстати, 30, в каком возрасте не раз. Поздно начинать? Не поздно начинать в любом возрасте. Главное, что есть ограничения для всех упражнений, для всех занятий. Это если какие-то хронические заболевания, заболевания угу. сердцем. Я не хочу быть красивее, чем Деми Мур. Будет еще мне завидовать. Следующее упражнение направлено на работу над верхней частью спины. Насколько мне известно, то... Часто людям не нравится, девушкам в том числе, не нравится их верхняя часть и то, как лифчик врезается в мягкую спину. Для этого мы сделаем упражнение для спины и задней части рук.
Ставим ноги вместе. Наклоняемся вперед и делаем так, чтобы живот лег на бедра, а грудь осталась немножко приподнятой. Вместо гантелек всегда можно взять с собой бутылки с песком, так как учил Игорь. Игорь Обуховский рассказывал, что если гантелей дома нет, то тогда можно воспользоваться бутылками с водой или с песком. Совершенно верно. Или килограммом картошки. Двумя, тремя. Как это делает Деми Мур? Плечи немножко приподнять, повыше, ага. повыше. И мы делаем тягу. Пытаемся локтями сзади, как будто бы за спиной, соединить их, дотронуться локтем одним до другого. Сверху... С какого веса начинать, Аниточка? Начинать 2,5 килограммчика у нас с тобой, и это как раз. А каким весом заканчивать? 4 килограмма будет достаточно. Соединяем лопатки, задержаться на секундочку и опустить. Сделаем чуть-чуть медленнее. Соединяем, зажали лопатки, хорошо чувствуем мышцы. И опускаем еще разочек. Зажали. И 25. Что, вот эти вот крылышки сзади действительно могут убрать? Сразу уходят. Но я сразу хочу сказать, что Деми Мур не только делает эти упражнения, она еще ко всему же правильно питается и каждый день бегает 10 километров. Так что если вдруг... Так это зря мы тут напрягаемся. Нет, не зря. Запомните, что от правильного питания и бега действительно, вы похудеете, вы увидите приятную цифру на весах, но именно благодаря силовым тренировкам мы уменьшаемся в объемах, очень хорошо уменьшаемся, и становимся упругенькими, приятненькими. Благодаря диете вы никогда такого не получите. Поэтому идем дальше. Падаем. Сейчас мы с тобой поработаем над ножками. Приятная поза Венеры. Поднимаем ногу наверх. И опускаем вниз. Стараться поднять ногу настолько высоко, чтобы дальше уже невозможно было ее поднять. Касаемся носочком пола и поднимаем снова наверх. Живот подтянут. И так у нас 21, 22, 23, 24 и 25 раз. И теперь мы верхнюю ногу сгибаем, остается нижняя и прорабатываем снова внутреннюю поверхность бедра. Видимо, для Деми Мур это отдельная тема. Поэтому у нас уже второе упражнение на внутреннюю часть бедра. С выдохом поднимаем наверх. Старайтесь натянуть носочек из себя, так чтобы нога была все время в тонусе. Сильная-сильная. Таких тоже выполняем 25 раз. Колено выпрямя. Ровное. Ага. Хорошо. Ногу чуть-чуть вперед можешь вывести. Так, прорабатываем 25 раз на эту ногу. И меняем. Одна, другая. Правая и левая нога. По 25 раз каждое упражнение. Сердце бьется. Ну, лучше, чем если бы оно не билось. Следующее упражнение у нас для груди. Берем гантельки наши, поднимаем руки наверх, локти чуть-чуть согнуты. Оп. И разводим руки в стороны, не касаясь пола. И выдох вверх. Раскрываемся, вдох и выдох. Таких выполняем тоже 25 раз. Похлопайте нам, слушайте, мы тут за Деми Мур. Опускаем гантельки на пол и сразу переходим к прессу. Руки за головой. Надя, лежать. Угу. Поясницу прижимаем, хорошо втягиваем живот и поднимаемся наверх с выдохом. И вдох вниз. Поясница прижата, все время ощущение, что у нас под подбородком кулачок стоит, поэтому подбородок не прижимаем. Руками себя не тянуть, а чувствуем именно пресс. С выдохом. Вдох. Надя, ты дышишь? Выдох. Еще. Еще один раз. Оп. Есть! Надя? А? Еще одним и очень важным моментом, который Деми Мур всегда везде говорит, выпивать 2 литра чистой воды в день. Вода, правильное питание и молодой любовник. И упражнение не забудь. Ну что, кто уже взял на заметочку и хотя бы попробует 365 раз в году сделать эти упражнения? Я вас очень прошу. И я вам тоже обещаю. И будем мы красивыми, как Деми Мур.